драйвер, соответственно, запрос на классический интерьер, на элемент классического интерьера. Вот, причем вот у нас был даже интересный опыт. А вот здесь вот полки, ну, нормальные горизонтальные полки. Вот с этой стороны тоже есть полки. Можно еще один, может, там есть еще один. Нет, сюда не поставил. Можно два назад. Вот, ну, вот телевизор, гостиная, телевизор, здесь полки, вот с этой стороны тоже полки побольше. Вот, ну, в качестве эксперимента сделали ему вот такие полки. Косые. Вот. Он сказал, все отлично, только давайте сделаем нормальные полки. Человеческие, классические. И все будет хорошо. Вот. То есть тут вот такой консервативный, я называю, запрос на добрую, старую Англию, да, там, например, или еще чего-нибудь. Вот. Как говорили в одной истории, как это, ни одного айтишника, ни одного IT-директора не уволили за то, что он купил сервер фирмы IBM. Была у них такая реклама, да, что выбираем надежное, выбираем известное, выбираем проверенное временем. Вот, вот тут вот такой же подход, что вот еще никого не обидели, не оскорбили за то, что он в интерьере сделал какое-то старое, проверенное, классическое решение. Вот их подход к интерьеру. Хорошо? Вот, тоже в интерьере любят дерево, обои с рисунком. Дальше. Ну, вот классический интерьер. Тут вообще какой-то интерьер как-то сталинской квартиры. Собственно, и квартира-то в доме, который построен на соколе, в форме вот как эти самые высотки, типа МГУшные высотки. Вот. Там на соколе построили. Такой дом, новодел, такой формы. Вот, но он жилой. Собственно, квартира в этом доме. Вводит заблуждение. Да. Так. Ну, наверное, все. А, ну вот. Вот отели бывают такие веселенькие. Тоже. Это вот стык как бы эмоционалов, что-то югисто-гамлетовское, да. Мне кажется. Вот так. Время? Вопрос еще? Или совсем время? Да, вопрос. Минута. Так, вопрос есть? Вопрос у нас какие-то говорить, что будем обсуждать. Хорошо. Спасибо за внимание. Алексей, ваш выход.